Всем здорово, с вами канал Дюпы по полочкам. С нами сегодня вот Вирекс и Рекви. Хай. Здорово, всем привет. И в этом видео мы вам покажем, как можно дюпать миллионы аспектов для изучений в Томкрафте. Погнали. Мы находимся на версии 1.7.10, как вы уже это поняли по названию. Нам понадобится мод Томкрафт. И также аддон к нему Годоманси. Вот он у нас есть, угу, да. Что мы будем дюпать? Какие аспекты? Давайте вот выберем. Допустим, нам надо, ну, много орда. Орда всегда у нас в дефиците. Вот, мы берем пустое изучение. Неважно какое, просто берем. И, допустим, у нас есть около, ну, 3-5 орда. Мы его переносим сюда. Неважно в каком порядке и как ставим, вообще пофиг. Так, ну вот мы здесь расставили кучу орда. И еще один Виктус. Окей, теперь мы забираем эту бумажку. Вот мы забрали, вот там все есть, угу, проверяем. И для дипа нам потребуется книга мудрости. Вот ее крафт, вот она изучается здесь. Вот мы ставим пьедестал магический, на него книга мудрости. И нам потребуется как минимум 2 книги, а в идеале 4. И давайте выйдем из гейм-мода сразу. Теперь мы берем эту бумажечку, встаем вот так вот по центру, между 4 книгами, и кидаем ее в самый-самый центр, в пересечение вот это. Не получилось. Ладно. Заберем его. Давайте еще раз попробуем. Вот, у нас 2 штуки положилось. До 2, думаю, хватит. Теперь берем эти 2 бумажки, кладем их сюда, и они одинаковые. И в них лежат те самые аспекты орда. И они не фейковые, мы их забираем, вот. Они прибавляются у меня. Вот, мы забрали. Одна бумажка у нас осталась с аспектами. Берем ее снова. Закидываем снова ее на пересечение. Опять 2 получилось. На 4. Вот, не повезло, сразу 4 упало бумажки. Кайф. Ну и вот мы кладем и опять забираем. Ну и также мы забираем не со 100% шансом, потому что у нас в самом Томкрафте есть базовое изучение на первой странице. И изучив его, мы будем получать с 50% шансом аспекты обратно. Это максимальный шанс, допустим, в игре. Ну и все, вот мы сделали кучу бумажек, забираем себе все это орды. Ну и вот, примерно забрав аспект с 3 бумажек, я получил около 30 орда. Я думаю, это дофига, и это круто. Вот здесь инструмент, вам, допустим. Ну все, это можно бесконечно аспекты делать и дюпать, и изучать Томкрафт. Если вы спидранер, который изучает Томкрафт за сутки, то это явно для вас. А еще, можно это автоматизировать. Можно поставить, допустим, сверху вороток, под него поставить сундук и воронку, которая будет скидывать примерно по центру и будет бесконечно их дюпать. Чисто автоферма аспектов. Ну, блин, нет, лучше, наверное, поставить выбрасыватель, который будет выбрасывать в какой-нибудь заборчик, потому что заборчик там примерно половина блока. Ну и вот вам для явного такого примера Рекви сделал небольшую ферму этих бумажек. Вот у нас так заборчики стоят, выбрасыватель, 4 книги. Вот у нас вот так стоят заборчики, я кладу сюда бумажку. Кликай. Опа, и уже 3 сразу. Ну там одна улетела, походу. Ну, в общем, да, дело за вами. Делайте сами какие-нибудь фермы, кидайте скрины нам в Discord, ссылочка в описании. Мы посмотрим, напишем вам, ответим, все прочитаем, да. Если вы здесь впервые, то прошу подписаться на канал, поставить лайк. А также заходите в наш Discord, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, классы, пишите комменты там от 10 тысяч слов, лайкайте комментарии, отвечайте на комментарии. Ну и да, всем пока. Да, пока. Пока-пока.